Так, уважаемые друзья, летчики, сочувствующие, любители парашютно-десантных войск, любители парашютных прыжков. Сейчас будут эпичные моменты, нами засняты. Мы находимся на берегу живописнейшего русского водохранилища на набережной. Сейчас ожидается несколько бортов военно-транспортной авиации с грузом десантирующихся десантников-парашютистов и любителей. Смотрите, что сегодня у нас немножко неспокойно, немножко волна. Но при этом в самом центре, примерно в центральной части бывшего русла реки Руза на русском водохранилище. Кто у нас? А вот кто. Служба обеспечения. Так, а вот и шум моторов. Нет, это моторка. Это не самолет. Нет, это самолеты. Вот он, красавчик. Красавчик летит. Не могу прицелиться. Сейчас прицелюсь. Да где ты? Ах, вот ты где. Вот он. Сейчас будут эпичные кадры десантирования любителей и профессионалов парашютного спорта. Вот он. Ух ты. Всем внимание. Парашютисты будут прыгать на воду. Десант десантируется прямо на поверхность водной глади. Внимание. А где парашютисты? Где парашютисты-любители? Так. Вот я сейчас вижу, открыта дверка там. А где парашютисты? Так, он идет на разворот. Разворот. Обещает быть не менее двух бортов. Ух ты, какой красавчик. Ты какой красавелла. Так, а где десант? Вопрос. Где десант? Может быть, это разведчик? Высотный самолет-разведчик? Так, он пошел на второй заход, на вторую петлю. Так, сотрудники спасательных служб МЧС. На готове, я так понял, да? Кстати, где они? Кстати, вот они. Вот они. Так. Вот он наш летчик. Так. Вот он наш борт номер один, как я понимаю. Сейчас будет
Десант. Так, я так понимаю, он снижается, что ли? Так. Я точно отсюда вижу, что дверь открыта. Ну, погнали, погнали. Странно. Может быть, парашютисты-любители заминжевались чуть-чуть? А может быть, сильный ветер? Сильный ветер, волна. Интересно. Ветер, да, в наличии. Сами можете услышать, наверное, микрофон задувает. Микрофон у нас не выносной. Так, мы сейчас опять попробуем. О, форсирует, форсаж пошел. Так, третья петля у нас получается. Я так думаю, сейчас будет наконец-таки состоится, совершится десантирование. Неужели не прыгнуть? Ух ты, я так понимаю, он еще выше. Он набрал высоту порядка в два раза больше, чем изначально прилетел. Он довольно-таки высоко. Довольно-таки высоко. Видите, как? Перспектива какая. Так, мы ходим, значит, по набережной. Ходим по набережной. Ждем десанта. А десанта нету. Так, вот тут мы сейчас... Опа, пошел десант. Пошел, первый пошел. Первый пошел. Первый пошел. Второй пошел, второй пошел, второй, второй пошел, второй. Так, отлично. Первый. Второй. Вот они. Так, вот они, пара красавцев. Вот они, вот они, вот они. Так, между тем, самолет делает еще один заход. Так. Так, 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 так. Сейчас они будут приземляться, как бы не вот в эти... дачные массивы в частную застройку. Так, 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 так. Так, самолет вот. Я так понимаю, сейчас еще будет выброс десанта. Так, нет, десанта нету. Смотрим, значит, приземление парашютистов. Первый, 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 первый. Первый приземляется. Приземляется, приземляется прямо в воду. Есть контакт. Опа, отлично. Куполом не накрыло. Так, второй. Второй, 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 второй. Второй, куда как бы на голову первому не приземлился.
есть контакт. Отлично. О, там уже лодка. Там уже лодка, там спасатели. Ого, там что-то все парашюты в кучу. Опа, вторые спасатели, вторые. Так, все вытаскивают, молодцы. Вот такие вот эпичные кадры десантирования. Так, сейчас мы посмотрим. Так, опа, еще один есть, еще контакт один. Пошел. Опа, и второй пошел. То есть это уже третий, четвертый получается. Раз, два. Между тем, самолет у нас получается, вот он где, пошел он на пятый круг. Пятый круг. Ну ладно, мы его потом поймаем в объектив. А где наши парашютно-десантные войска? Вот они где. Вот они. Раз и два. Лица, конечно, мы тут не увидим. Так, вот. Этот темненький парашют. Этот светленький парашют. Так. Так. Теоретически получается, сейчас вот ребята на лодочках. Вот на этих лодочках ребята должны на подмогу. Вот эти вот. Так, вот черный парашют. Черный. Это уже третий парашютист. Сейчас будет контакт с водой. Есть контакт. Отлично. И лодочка поплыла. Лодочка поплыла. Лодочка поплыла, все на месте, лодочка. Так, между тем, у нас же третий парашют еще. Вот он, его уносит страшным ветром. Ну нет, он на воду. Так. Так. Вот он, четвертый парашют. Ох, как далеко он пошел-то. Ага, на лодочке спешат. Есть контакт. Все, парашют упал поодаль. Парашютиста не накрыл. Отлично. О, еще одна лодка. Спасатели, короче, не дремлют. Так, они сейчас будут его вытаскивать. Парашютиста номер 4. Вот они где. Ага, отлично, все, вытащили. Надо доставать. Ух ты, а мы с вами пропустили 5 и 6. 5 и 6. 5 получается темный парашютик. А у 6 ярко-оранжевый. Оранжевый парашютик просто эпичный. Так, 5 это у нас темно-бордовый. 6 оранжевый парашютик. Давайте поближе рассмотрим их. Опа! Оранжевый догнал. Оранжевый, который выпрыгнул позже, догнал, получается, красного, который выпрыгнул первый. Так. Извиняюсь, сильный ветер. Так, где наш самолет? О, вот он.
Так, вот он наш самолет. Зашел на очередной круг. Сейчас будет десантирование. Так, а мы сейчас поймаем в объектив шестого парашютиста, который на самом деле должен быть шестым, приземлиться, приводниться. А приводняется-то он пятым. Обогнал он. Вот он. Ух ты, прямо на воду. Есть контакт. Так, парашют его не накрывает. А вот и запоздалый, опоздун. Так, пятый, который уже теперь шестой, опа. Купол ложится рядом. Так, парашютиста не накрывает. Ух ты, смотрите, что. Вот он упал, молодец, ложился, так. А где спасатели Малибу? А вот они, спасатели Малибу, едут спасать. Спасатели Малибу. Ух ты, как дрожит-то все, как все дрожит. Что-то как-то медленно они едут. Я бы побыстрее, конечно, ехал бы по воде. Опа, спасатели вторые, значит, у нас. Так, первого и второго. Так, а где же у нас еще один? Пятый, который был. Они его потеряли? Так, при том, что походу, наш самолет-то улетел. Улетел. Шесть парашютистов и все. Улетел наш бомбардировщик Б-52. Все. Получается. Первый залет, первый полет, первый груз. Он, ох ты, ты смотрите, вернее, вы смотрите, пока мы с вами болтали, он выкинул седьмого парашютиста, седьмого, номер 7. И я вам скажу больше, он еще и восьмого выкинул. Это вообще темно-оранжевый парашют-купол. И цвет, значит, и седьмой парашют цветом новорожденного цыпленка. Такой желтенький. Так, парашютист номер 7, есть контакт. Отлично, купол ложится рядом. Оператора парашюта не накрывает. Ух ты, и восьмой приводнился. Смотрите, что творится. Вот он. Короче, это у нас 8. А вот это у нас достают, наверное, 7-го, я так понял. Все. Так. Короче, вот такие вот эпичные дела на русском водохранилище происходят 20 июля 2023 года. А у нас, между тем, на побережье тишина. Все спокойно. Ребята гуляют. Волна у нас тут неспокойна.
Так, вон стоит рыжевой катер, я так понял. Но он к МЧСу явно отношения не имеет. Это жители прибрежных территорий. Нет, там много людей в желтых робах. Это спасатели. Спасательная бригада. Так, что у нас с 7-м и 8-м? А вот они, 7-й и 8-й, я так понял, благополучно были достаны или вытащены из воды. Там чайка летит. Ага, вот у нас, значит, 7-й и 8-й, а вот этот какой? А это, наверное, 9-й, которого не было. Ну, в общем, эпичные кадры мы засняли. Десантирование парашютов, парашютистов. Десантура. Скоро 2 августа, день ВДВ. Войска дяди Васи. Десантные воздушные войска, ВДВ. Так, сторожевой катер. Ну, я так понимаю, все закончилось отлично. Так, на лодке минимум 3 человека, а может быть даже 4. Смотрите, какое увеличение. Опа. Вот такая у нас аппаратура. Так. Ну что, дорогие друзья? Десантуры. В принципе, все. Походу, все на месте. Так, 3 лодки и сторожевой катер. Это, наверное, линейный корабль, линкор управления всей спасательной операции. И вот 4-й получается. Получается 8 парашютистов, несколько заходов самолета. 8 парашютистов и 4 катера. На каждый катер по 2 парашюта. Так, вот они все в командный центр стекаются, плывут. Так, как говорится, все хорошо, что хорошо кончается. На этом мы эксклюзивный репортаж из Московской области завершаем. Будем ожидать на берегу мокрых, но счастливых парашютистов, любителей десантников. Так, вероятно, будет включение с того места, где они будут пришвартовываться к берегу. Мы сейчас попробуем узнать, конечно, это все. Так что, возможно, не прощаемся. Ну или до скорых встреч. Так, линейный корабль, фрегат. Направляется в нашу сторону. Эскадр поддержки стоит четвером, группируется отдельно. Какая-то движуха там происходит непонятная. Кстати, мы вообще не видели, как собирали и как в кучу складывали парашюты и как доставали из воды. Может быть, даже не одноразово. Ну, в общем, если что, мы включимся попозже.